Так, пробуем сегодня новый снаряд. Кирилл Шумов пробует сегодня блоб от Силорукова. Довольно-таки коварная вещь, очень скользкая. О, хорошо, есть. Повесили так, да, получается где-то 28-30 килограмм. Ну как ощущения от снаряда? Хорошая вещь, да? Самое главное, что снаряды от этой компании, они не теряют своих свойств первоначальных, первозданных. Если вы их приобретаете, то они уже на всю жизнь с вами будут. Там нечему ломаться. Ну, единственное, чуть-чуть стачивается краска на штыре. И все, а так конус, вот он какой, литая такая из болванки. Мощная сталь. Оцинкованная, скорее всего, с лазерной гравировкой. Так, что попробуем дальше?